Сочи. Наш путь длиной в 1000 дней. В феврале 2014 года Россия впервые примет у себя зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Свой вклад в организацию этого исторического события внесет компания Volkswagen Group Rus. 3500 автомобилей марок Volkswagen, Audi, Skoda и Volkswagen коммерческие автомобили, украшенные олимпийской символикой, доставят спортсменов и гостей игр до ледовых арен, лыжных трасс и других олимпийских объектов. Спортивный характер и полная самоотдача. У спортсменов и наших автомобилей есть много общего. В официальный олимпийский автопарк войдут машины, собранные в Калуге руками российских рабочих по немецким технологиям. В сентябре 2010 года компания Volkswagen Group Rus передала организаторам игр первые 42 автомобиля олимпийского автопарка. Еще 46 планируется поставить до конца 2011 года. А к концу 2013 года в Сочи прибудет в общей сложности около 3500 машин. Более 40% этого автопарка составят внедорожники, треть – легкие коммерческие автомобили и почти четверть – комфортабельные седаны. Каждый из 3500 автомобилей произведен с применением последних экологичных технологий и таким образом соответствует зеленым стандартам Олимпийских игр. Самая длинная эстафета Олимпийского огня прошла в 2008 году в Пекине, где автомобили концерна Volkswagen обеспечили безопасность и техническую поддержку спортсменам-факелоносцам. И в России в 2013 году на автомобили концерна Volkswagen будет возложена ответственная миссия – сопровождать олимпийский огонь по городам страны. Поддержка зимних игр в Сочи ставит Volkswagen Group Rus в особое положение на автомобильном рынке. Мы хотим, чтобы и наши клиенты смогли стать частью этого спортивного праздника. В 2013 году в России начнется продажа эксклюзивных олимпийских автомобилей компании Volkswagen Group Rus. Клиенты смогут в буквальном смысле увести с собой частицу главного спортивного события 2014 года. Отличительными качествами ограниченной серии станут расширенная комплектация, улучшенные технические характеристики, специальная цена. И, конечно, особое внимание будет уделено оформлению машин. Первый шаг в этом направлении сделала марка «Шкода», представив специальную серию талисмобилей «Йети», посвященную талисманам игр. Олимпийские и паралимпийские талисманы будут встречать покупателей в дилерских центрах марок Volkswagen Group Rus. Мы, Volkswagen Group Rus, намерены стать мотором российских олимпийских и паралимпийских игр и донести олимпийский дух до каждого уголка России. Мы планируем также запустить специальную программу «Паспорт на игры», которая позволит победителям отправиться на игры в Сочи. Так, с помощью специальных серий автомобилей, паспорта на игры или участия в наших специальных мероприятиях, каждый посетитель одного из наших салонов сможет приобщиться к главному событию 2014 года. Этим летом, 18 августа, в Москве стартует роуд-шоу «Сочи Драйв». В летние месяцы 2011, 2012 и 2013 годов «Сочи Драйв» охватит 15 городов России. В каждом городе состоятся показательные спортивные выступления и концерты, а также тест-драйвы, посвященные Олимпийским играм. Продвигая здоровый образ жизни, зимние виды спорта и достижения российского спорта, «Сочи Драйв» станет мощнейшим средством популяризации олимпийского движения. Воодушевленный успехом проекта «Олимпийское искусство» в 2008 году в Пекине, марка Volkswagen подготовила специальный проект для роуд-шоу «Сочи Драйв». В каждом из 15 городов, которые посетит роуд-шоу, будет представлен автомобиль Volkswagen Polo Sedan с уникальным дизайном, посвященным культуре и истории города. Неотъемлемой частью роуд-шоу «Сочи Драйв» станут интерактивные программы для посетителей. Так, например, марки Skoda и Audi, традиционно поддерживающие зимние виды спорта, представят специальные симуляторы-тренажеры, которые позволят каждому почувствовать себя олимпийским спортсменом. У автомобиля Volkswagen Amarok будет отдельная программа. В 2012 году пройдет олимпийская экспедиция по Дальнему Востоку на специально оборудованных пикапах, в которые примут участие спортсмены, послы и талисманы игр. Цель экспедиции – привести олимпийский дух в самые отдаленные уголки Дальнего Востока России. В конце концов, это история о людях. О людях, чьи судьбы навсегда изменит олимпийское движение. О спортсменах, которые стремятся к победе и совершенству.
о нашей команде, в которую входят и рабочие, и менеджеры, для которых поддержка Олимпийских игр – это повод для гордости и для новых достижений. О всей стране, перед которой стоит грандиозная задача принять игры и подарить незабываемые эмоции миллиардам людей во всем мире. Мы рады быть частью этого движения и приветствовать гостей со всего мира в современной России. Подготовка к играм – хорошая закалка для нас. Она способствует улучшению имиджа и укреплению позиции на российском рынке. Мы готовимся к играм 2014 года в Сочи наравне со спортсменами и работаем с полной отдачей, чтобы достичь намеченных целей. Когда наши люди ведут борьбу за первые места, наши машины становятся достойными золота.